марта 2023 года исполнится 108 лет со дня рождения Станислава Рихтера. Его еще при жизни именовали величайшим пианистом мира, и сегодня талант каждого пианиста измеряется по шкале Рихтера, самой трудной шкале для исполнителя. В связи с этой датой в мартовские дни в городе над Бугом пройдет 5-й по счету международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера. Для брещан он, значит, праздник, но не так для брещан, как для музыкантов, которые занимаются в наших учебных заведениях области и страны. Каждый год трудно делать, но решили раз в 2 года. Далеко делать, 3 года, в 4 тоже потом трудно. А так мы выбрали возможность все-таки не забывать и дать возможность людям подготовиться, вырастить, привести кадры. Свое участие в конкурсе на сегодняшний момент уже подтвердили 30 пианистов из Белоруссии и других стран. Нынешняя встреча молодых музыкантов обещает быть яркой и разноплановой. Конкурс пройдет в 2 тура в музыкальном колледже имени Григория Ширмы. В программе первого этапа полифония, музыкальные произведения классиков, написанные в сонатной форме. А вот во втором туре участникам предстоит исполнить наизусть произведения свободной формы на выбор или сочинения белорусского композитора 19-21 веков. Конкурс проходит, в общем-то, среди молодых людей. Это конкурс молодежный. Вообще могут на конкурсе заявку прислать молодые люди от 16 до 25 лет. Все заявки уже присланы, и судя по заявкам, в нашем конкурсе будут принимать участие Беларусь, Россия, Сербия и Казахстан. Но, конечно, действительно, кто будет принимать участие, мы увидим с вами только с 14 по 18, когда и будут конкурсные прослушивания. Конкурс проходит в 2 тура. И очень важно то, что я сейчас скажу, я приглашаю всех брещан. Вход свободный. Каждый брещанин, любитель музыки, может посетить наши конкурсные прослушивания. От музыки все идет. Самое сильное искусство из всех искусств. Художество, слово, потом поэт, писатель. А вот музыка – это то, что сразу попадает сюда, то, что сразу попадает сюда. И это очень сильное воздействие, от которого потом делается вообще быть человеку или нет, понимать ему это все или нет, воспринимать, ходить, он может без музыки жить. Конечно, желательно все-таки музыка такая настоящая, глубокая, сердечная. Пусть это песни будут хорошие, но несущие смысл людям, помощь, как надо жить, что надо делать, каким надо быть честным, чистым. Вот что делает музыка. Без музыки жить вообще нельзя человеку. Оценивать уровень подготовки и мастерства участников будут профессора, преподаватели высшей категории, среднеспециальных и высших музыкальных учебных заведений. Награждение и концерт победителей состоятся в музыкальном колледже имени Григория Ширмы 20 марта, в день рождения Святослава Рихтера. И в этот же день вечером в Брестском академическом театре драмы пройдет заключительный концерт, посвященный выдающемуся пианисту Святославу Рихтеру.